Завтра в Смольном состоится презентация курорта. В мероприятии со стороны северной столицы примут участие председатель комитета по внешним связям и председатель комитета по развитию туризма. Со стороны города Сочи мэр Анатолий Пахомов, его заместитель Олег Ясюк, а также представители 20 предприятий санаторно-курортного комплекса. Презентация проводится в рамках тура по городам России. Вчера она завершилась в Нижнем Новгороде, а ранее прошла в Казани. По статистике, в общем потоке туристов, посещающих Сочи, доля петербуржцев составляет 10-15%. 15%.